через неделю после этого, 29 марта, премьер-министр Михаил Мишустин выпустил закон о параллельном импорте. Так что собственность иностранная может использоваться без разрешения правообладателя у нас. Но если Warner Bros. Решить подать на нас в суд, ну, попробуем. И надеюсь, вам, дорогие зрители, все понравится. Хорошего вам вечера. Вот, спасибо. Я отношусь к пиратскому контенту положительно, потому что это поможет обойти все запреты и санкции, которые наложили на Россию плохие люди. Раньше относилась к нему плохо, но реалии мира таковы, что без этого, к сожалению, по-другому фильмы и не посмотришь. Звук был очень глухой, то есть у нас был целый зал, и просто весь, половина зала, просто все сразу же вышли. Пятый, пятый.